Всем привет! Вы на канале Коль Легомастер. Это обзор и набор 42-135 Лего Техник. Называется он Monster Jam El Toro Loco. Это монстр трак. В нем 247 деталей, предназначен для детей старше 7 лет. И рекомендованная розничная цена данного набора сейчас в России составляет, вот после Украины, 2700. Как дальше, не знаю, но вот сейчас 2700. И давайте начнем обзор с коробки. Коробка, вот такая вот коробка, Лего Техник, сам набор, всякие про него информация всякая, да, Monster Jam, то есть это лицензии 2 в одном и пулбэк. Даже теперь в пулбэке лицензия есть. Сверху у нас колесо один к одному, такое вот баллонное старое, логотип El Toro Loco. И сзади у нас настоящая модель, всякая характеристика про настоящую модель, то есть у него 1500 лошадиных сил, V8, весит он 640 футов или как-то там. А, нет, 12 тысяч футов. А вот это я не знаю, что это. И B-модель. И написано, что он pullback. Вот такая вот коробка. И давайте посмотрим инструкцию. Инструкция. Вот такая вот инструкция. Лего Техник, сам набор, артикул, Monster Jam, QR-код. Ну и все то же самое, что на коробке почти что. Lego Life, или точнее, не Lego Life, а Lego инструкции. И также у нас листик с наклейками, было всего тут 14 номеров с наклейками. И дальше у нас получается, показывается, что есть такие вот, что можно сравнивать один к одному деталики. И начинается сборка у нас на 5-й странице. Собираем, и сборка у нас заканчивается на 75-й странице, набор небольшой, всего 247 деталей. И далее у нас показана вся линейка монстр траков pullback. Вот, то есть это прошлогодние, это новые вышли, вот акула и вот этот бык. Я был, конечно, купил акулу, но акулы в магазине не было. А теперь не очень хочется покупать эту акулу, потому что я вот купил этот оранжевый монстр трак за где-то 1000 рублей по скидке вообще. А теперь он стоит 2300, это капец. Вот эти мне не очень нравятся, а вот акулку я бы купил. Вот, тут у нас сравнение с реальной моделью. Все детали. И Lego Win. И давайте посмотрим наконец-то сам набор. Сам набор. Вот такой вот набор, он небольшой. 247 деталей всего-то. Никакой подвески нет. Есть типа замена, ну точнее не замена, это как бы как будто бы, да, амортизаторы. Вот. Сзади наклейки, точнее, такие вот фары, как бы, как-то стоп-сигналы, вот. Колеса баллонные. Спереди такой бампер, чтобы ударяться обо что-то, да? Например, вот смотрите, я его сейчас разгоню. Это pullback, да? Как вот машинки есть, вот, смотрите. И вот он поехал. Если его сильнее... Так, вот, смотрите. Вот видите? То есть он этим бампером ударяется, и вообще он очень крепкий. То есть, если он будет падать, он, то есть, для игры, например, вот. Типа, туда я не буду его запускать. Короче, вот. Очень круто он ездит. Вот так, например, можно. Вот. Такие вот оранжевые диски. Снизу здесь вот такие вот якобы трубы. Сверху рога. Это же типа бык. Вот. Здесь у нас... Я даже не знаю, что это. Наверное, какие-то поршневые двигатели, хотя, может, не, но... Вот, ну, скорее всего, это просто декорация. Шины старые, 56-е. Вот, если кому интересно, я могу его сравнить с, по размеру с... Блин, по размеру с джипом Вранглером. Кому интересно, я могу его сравнить по размерам с джипом Вранглером. Рубиконом. Сейчас, подожди. Вот, кому было интересно. Вот эта машина стоит 5000, теперь уже там 6500, короче, вот. Это, ну, допустим, сейчас, который сейчас становится ранним, 6500 и 2500. Вот это по размеру похожая. Ну, точнее, она не сильно меньше. Даже, ну, чуть-чуть меньше, да, детали, конечно, тут больше. Где-то 600 деталей почти. Тут всего 247. Вот, кстати, кому интересно, могут посмотреть обзор по ссылке, точнее, по вот здесь, по сказке. Колеса вот такие, по размерам примерно одинаковые. Хотя, если вот эти колеса поставить на эту машину, будет выглядеть не очень, потому что эти шины очень старые, они уже устарели, некрасивые.
помню, такие были на Бэтмобилях, там где-то 17-16 года, а это уже новые такие тракторные покрышки ксереновские, ну, ксерено трактор, поэтому тракторный, вот, вот так вот. Но Monster Truck крутой, в принципе, и вот я вам его показал, вот смотрите еще наклейки, везде вот Monster Jam, вот, всякие наклеечки, Monster Jam, всякая детализация. Кстати, еще интересный момент про разборку. Вы смотрите, тут вот такие ставятся в инструкции бины просто так. То есть это для того, чтобы считать, ну, вот эти не считать дырочки, то есть тут длинные балки, на них ставятся прям по инструкции вот так вот лишние бины. Вот так вот интересно сейчас делают. Ну все, набор посмотрели, давайте подводить итоги. И что бы, конечно же, мне хотелось сказать в итогах, это, конечно, оценить данный набор. Данному набору я поставлю не 10 из 10, как обычно, я ему поставлю где-то 8 из 10, он не очень крутой, и мне он не сильно понравился, то есть он просто для детей маленьких, чтобы поиграть. Вот, но вообще функционал у него вот один пулбэк, у меня вообще до этого был пулбэк, один моторчик, в наборе такой болид Легатехник пулбэк, по-моему, один из первых, короче, вот могу показать, где-то 12-13 год. Я тогда еще Лего Техник не собирал, просто у меня как-то он появился, вот. Как я остальные там Лего по Звездным Войнам у меня есть джиназианский истребитель, тоже разобранный. Я там, ну, конечно, фигурок нет. Вот, а сам набор я могу его собрать. Поэтому, ну, раньше я в основном собирал Чима и Ниндзяго. Так, вот такой получился обзор. Такой вот набор. Пишите мнение про набор в комментариях. И еще небольшой спойлер для тех, кто досмотрел до конца, как обычно. Вот. Могу вам показать, что будет в следующем обзоре. Про что будет следующий обзор. Следующий обзор будет на мой новый набор Лего Техник Форд Раптор. Сейчас уберу всю эту коробочки, инструкцию. Джир тоже уберу. У меня появился новый большой набор на 23 февраля. Лего Форд Раптор, F-150 Раптор. Вот такой вот Раптор. На него обзор выйдет уже завтра. То есть сегодня какое-то там 5 марта. Скорее всего, этот обзор выйдет 5 марта, а этот 6. Вот так вот. Очень крутой набор, сразу говорю. На него обзор выйдет, как обычно, очень детальный, как на такие большие наборы. Даже на Jeep Wrangler у меня выходил детальный обзор. Кому интересно, можете посмотреть. Я даже скоро, наверное, сделаю отдельный плейлист на канале про обзор Лего Техник, потому что в последнее время у меня очень много обзоров на Лего Техник. Видимо, наверное, мне нравится Лего Техник. Вот, ну, короче, крутой набор. А еще, даже чуть-чуть спойлерну, скорее всего, у меня скоро появится еще один набор Лего по Звездным Войнам, наконец-то. Вот, ну все, больше ничего говорить не буду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!